лейбл D-Mac, которым заведует диджей и Стив Аоки, в этом году отмечает свое 7-летие. Ни много ни мало, хорошая дата, поздравляем вас. Правда, теперь ребята жалуются, что на них приходит слишком много придурков в дурацких футболках. Но, тем не менее, дружба Аоки со всем цветом электронной музыки и поп-звездами дают неплохие плоды. В этом году на D-Mac Tuesday могут выступить как и Блок Пати, так и Леди Гага. Кому как повезет. Король электропопа Кельвин Харрис, известнейший музыкант, написавший известнейший хит моей любимой Риане «We Find Love», приобрел поистине королевскую покупку. Особняк площадью 4000 квадратных футов, что на русский составляет 1219 квадратных метров. Я там не была, но из некоторых источников известно, что в нем есть 4 спальни, 7 ванных комнат, кухня для шеф-повара, огромный кинотеатр от потолка до пола, но самое главное – это окна, открывающие потрясающий вид на Лос-Анджелес. В общем, хотите жить как Кельвин Харрис? Идите работать!
Да, Фаррелл Уильямс отлично постарался для этих ребят, но сейчас не о них. Блуди Битроус – известнейший диджейский дуэт. Ребята наконец-то решили стать полноценной группой после стольких всяких шумих. Устроив турне Church of Noise по Европе, ребята открыли новые горизонты танцевальной музыки. Человек, стоящий за всем этим диким проявлением – горячий итальянец Боб Корнелиус Рифо. Ребята предпочитают появляться на публике в смокингах и, не поверите, в масках Спайдермена. Не знаю уж, насколько это фирменный стиль, но людям на танцполе точно нравится.
Весной этого года шведский диджей Avicii открывал вторую половину своего сета на главной сцене Ultra Music Festival в Майами. И причем неожиданным для многих способом. На сцену вышли певцы, гитаристы, банджо-музыканты, с помощью которых мир услышал первый сингл с альбома «Wake Me Up». Находившиеся там рейверы, так скажем, немного не поняли и обрушились на Тима с критикой в Твиттере и Фейсбуке. Марк Эйзенберг, гитарист группы Incubus, цитирую: «После выступления Тим сказал мне, что в Твиттере так много людей, которые ненавидят, что мы делаем, он явно страдал от этого». Конец цитаты. Но спустя всего 6 месяцев начали происходить какие-то непонятные вещи, особенно для самого Avicii. Его сингл «Салоя» занял первое место в 63 странах мира и стал, пожалуй, главным хитом этого лета. На мой взгляд, Тим, вполне ожидаемо. Looking up, there's always sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness. Won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be safe. Hold my hand, just in case. This world can seem cold and gray, but you and I are here today. And we won't fade into darkness. No, we won't fade into darkness. Nothing to fear, but fear itself. We'll be okay, just keep the faith. And we won't fade into darkness. Fade into darkness. Молодой эпатажный электронный дуэт «Трамп Диско», созданный австралийскими ребятами с типичными австралийскими именами Алексом и Джо, имеет за своей спиной огромное количество ремиксов. Ребята работали с такими артистами, как You Line the Be Cool, Phonics, а также Адам Фриланд. И сейчас они успешно начали свое восхождение на олимп электронной музыки. В 2009 году ребята сделали ремикс на композицию Fatboy Slim «Right Here, Right Now», которая была включена в сет самих Блуди Битрус. Она взорвала всю Европу. В 2010-м ребята стали авторами таких китов, как «Bullshit» и «Spade», и уж точно укрепили свои позиции на мировой электронной сцене. Сейчас ребята участвуют в «Трамп Диско» туре, так что если вы увидите их имена на афишах, срочно бегите туда.
Hey man, how's it going? Excuse me? Excuse me? Excuse me? Excuse me? Парня отличный вкус.
В этом году в рейтинге «America's Best DJ» Каскад занял первую строчку уже второй раз подряд. Главными его соперниками были такие монстры, как Дипло, Скриликс, Этрек и Стив Аоки. Артист нескромно выражает свою большую признательность тому факту, что победа в этом голосовании была максимально честной. Цитирую. «Тот факт, что это произошло безо всяких рекламных вмешательств, попрошайничества в соцсетях и работы с фан-зоной, для меня наиболее ценен», пишет в Твиттере Каскад. А я думала, такое происходит только в России. С вами была Алиша, диджей Рум. И помните, все, что было на Ибице, остается только на Ибице. Дайте мне дезодорант, пожалуйста, а?